Так, привет, народ. Добро пожаловать на планетарий. Это Альвинос. Так, что произошло за прошедшее время? Что ты тут делаешь? У меня зарядился по... Нет. А, ну да, так не показать. Как видите, зарядился полностью аккумулятор. Благодаря вот этим батарейкам. Я еще пошарил по данжам. Мне надо было, ну, 6 этих. Плюс... Хотя говорят, мне кто-то сказал, что вот эта фабрика, она постоянно, ну да, похожа на то, что она жрет энергию. Так что говорят, лучше ее убери, пока как бы не используешь. Хорошо, спасибо за подсказку. Ну вот, что я делал? Ну, во-первых, автоматизировал как бы вот эти вот индукс аппараты, сделал софтмил, переработал, ну, распределил броню, переработал ее всю. Как бы, видите, тут есть титаниевая, heavy duty, термоусадка, которую можно вот в такие вот превращать штуки. Я даже не знаю, как они называются. Вот, шилл контроллера я найти не смог. Изолейшн, так, юзач, парашюты можно сшить, в общем, ну, сделать такие, я не знаю, для чего они нужны, но они так компактнее хранятся. Вот, тут у меня и чантинг, тут у меня заряд, вот эти вот баночки, еды хоть. В общем, в основном, чем я занимался, это грабил эти данжи, которые нужны были для получения вот этих вот, раз, два, там три или четыре, три разных вот этих вот. NASA Workbench, NASA Workbench, Дракон, Дракон Капсула, Дракон Крафт Трунг, Фалкон, Дракон Крафт Трунг и Рокет. И еще вот этот Папер Марс. В общем, я выполнил вот эти вот задания. В принципе, данжи легкие. Еще, во-первых, у меня... Есть энергический, как он там называется, ягуар, или как он там у молодежи называется, эту вмандил и пошел. Так, нашел вот эту вот, Пхейс Рифле, в одном из данжей. Вот, нашел еще один данж, где у нас... Данж, ядро, живой данж, лоу. Ядро и данж. А, я его не пометил. Плохо. Плохо, что я его не пометил. Так, не пометил. Дэй, он где-то вот тут находится. Это данж. Тут у нас какие-то белые блоки. И там, в общем, ходят големы. Хотя можем попробовать сходить туда. Так, попробую туда и сходить. Ой, сейчас ночь, не, ночью я не хочу. Вот. Ну, в общем, там ничего особенного нет. Ходят такие полусогнутые големы, из которых дофига. Хотя, в принципе, можно сходить, заодно показать, для чего вот эта вот штука нужна. Все, Иркман досадовал, что я не использую. Так, как вот ее можно использовать, чтобы быстро передвигаться? Есть контакт. Так. Таргет required. Иди, не надо. Ну, хотя ты мне тут тоже нужен. Так, дай эту свою хрень. Кто тут? В смысле? Это что такое было? Куда? Пропало. Не понял. В смысле сперло? Это что-то новенькое. Недавно обновление, кстати, вышло. Так. Значит, сейчас я стою тут. Так, блин, не так. Вот туда хочу. Желтенькую.
Да, можем пройти. Так, далеко еще до этих. Так, там таргет. Ай! Так, что-то я тупанул. У меня что, заряд не вечный? Давай, заряжайся. Вон удобненькое место. Эть. Сработало. Так. Еще передвигаемся подальше. Дратуте. Так, и вьет. Мне надо где-то к беленьким. Я где нахожусь-то вообще-то? Туда я пошел. Я тут. Мне надо аж сюда. Хорошо. Вот. Так, тут вход. И мне надо куда-то туды. Да, во. Так, это у нас синяя. Желтая. Желтая сработала. Вот таким способом можно быстро перемещаться. И, кстати... Так, где... Можно над животными издеваться. Если кто не знал. Так, допустим, стреляем туда и... Блин, не получится, наверное. Вот под него. Нет. А, я тот же самый использую, что ли? А чё он не ставит? Вот, и таким вот способом от них избавляться. Так, желтый, и мне надо вот туда. Синий. Готов? Готов. А, вышел. Ну, с моей... А! Они взрываться начали, офигеть. Так, НЗ. Съедаем. И все, вы мне по барабану. Ты, мышка, иди сюда. Я вас ненавижу теперь. Так, Target Required мне не нужен. Так, где там эти... Йод, где я нахожусь? Я что, ни хрена не переместился? Мне туда. Как я так шел и никуда не переместился? Так, у меня синяя, желтая. Так что, ребята, давайте. Я от вас ухожу. Пустите меня. А его переместить можно? Ай, да иди. Ой-ё. Ой-ё, сколько ж вас тут. Да ну вас всех. Нафиг, я лучше пробегу. Так, тут я ходил. Что-то я не пойму, я на месте стою. Мне надо сюда. Как так-то? Так, дайте мне. У меня сейчас, по-моему, сил полно. Так, жёлт. Дети, нафиг не нужны вы мне. Далековато идти до него. Стреляю, стреляю, и как-то никуда не перемещаюсь. Это мне странно выглядит. Но мне надо вот туда, допустим. Ну, где я окажусь по карте? В смысле, блин? А, ну, переместился, фиг с ним. Дальше мне надо туды. Что-то как-то слабовато действует. Ладно, я лучше добегу до туда, надеюсь, без последствий. И увидимся.
Вот он, этот данж, довольно-таки красивыми блоками. Вот, и тут у нас... Ой, главное не грохнуться. Так, красивые блоки есть. А! Во! Вот он, этот данж. Так, тут где-то у меня... В смысле? Где? Кто? Тут где-то я оставил спавнер для этих... И хрен его сейчас, наверное, найду. Ну, в общем, такие спавнеры. А, во, есть. Еще один. Так, где блоки? Они тупые. Так, ты заспавнишься или нет? Так, чтобы они не прошли, я их вот так вот. Один я таки пропустил, да? Давай, спавнись. Мне народу показать надо, кого я тут нашел. Правда, толку от тебя никакого, но... Но они полезные, с одной стороны. Но... Хотя я их, по-моему, не забрал к себе. У меня есть он или нет. А я и не взял, наверное. Хотя фиг с ним, они не очень нужны. Но появись, явись миру, ты голем. В общем, они через высоту 2 пройти не могут. Ладно, мы тебя тут замуруем. Или тебе места нету, где появиться? Но... Вот я тебе место даю. Мутант Сценс. Ну, и какого? Ну, у меня ж не нормальный режим. Ну, ладно. Блин, где-то ж я его сделал. В общем, такая красивая лаборатория. Блин, а где ж я сделал себе спавнер их? Ну, там, судя по красным точкам, где-то тут. Здравствуйте. А, и если получится, мне понравился эффект вот этой штуки. Где он? Ханг. Так, Ханг этот самый. Если найду. О! Иногда срабатывает. Разносит к чертям. О! Вот такой эффект бывает. Разносит как бы к чертям этих. И зомби с такими с брызгами, с мызгами. Нет, с этим не вышло. Что иногда с такими как будто разрывает его в клочья. Так, где-то тут еще кто-то ходит. Кто-то ходит. О! Мне вот этот эффект нравится. О, эти с ними. Эти все равно появляются. Главное не забывать перезаряжаться. Это у нас, конечно, не Counter-Strike, но... Не рекомендую. Ну, в общем, такой вот данж, не знаю, ничего интересного. В этих полно было всякой всячины. Тут я и нашел этот райфл. Блин, а где ж тут? А, вот то разорвало. Вот он, кстати, спавнер этот. Вот. Они дерутся с этими самыми... Как они называются? С мобами. Они всех убивают, все, что движется. Что-то они не хотят спавниться. Так. Вот он. Сейчас он тут придет. Вот он, злой дядька. Здравствуй ты, дядька. У них жизни... У
У них жизни очень много, 180. Но из них ничего не падает. Поэтому мне они как бы тут... как такое называть? Ладно, забьем точку, чтобы я смог вернуться, если что. Големы. Мы. Вот. И телепортируемся домой. Так, значит... это зарядить надо. Йод. Ой. Заряжаем. Сюда скидываем всякую снить. Сульфур это у нас вот снить пойдет. МТКан. Вообще-то ее МТКан можно выкинуть. Хотя для чего-то можешь использоваться. Заправить. Ну, к сожалению, заправить не... 6 этих железа. Переплавка-то, да. Так, это сюда и... Сюда, подождите. 8 набрал, да? Так, значит, берем киушинец. Яйцо. Надо восстановить этого самого динозаврики. Может, живет и в Африке. Так, что хочу динозаврика своего завести. Так, берем, делаем забор. Сапор. Так, будем делать детский сад. Так, а где? В смысле, блин? А, вот он. Ё-моё, его, по-моему, надо пережарить. Так, перешарить на то. Дальше титаниум инганты. Это у нас сюда пойдет. 2 на ум, 3 осталось. Так, это сюда, это сюда. Так, значит, его что? Ну, его сейчас только поставить. И ждать, пока эта тварь вырастет. Тварюга. Да, для этого идем к мою... Жить как там? ТП-щица. Так. Так, где мы тут ему ясельки сделаем? Как бы... Чтобы он у нас... Так, ты простая свинья? Черная порога. Хамоновская, да? Нет. Ты была простая свинья. Ну да ладно. Так. Ну что тут? Где бы тебе тут ясельки устроить? Так, тут у меня тут что? Тут у меня огород. Сад-огород. Тут, в принципе, тут привольно тебе было бы. Где бы тут тебе сделать ясельки? Ясельки, чтобы ты мог жить и не тужить. Чтобы я тебя не потерял в этот раз. Так, давайте тут, что ли. Я, если что, тпшность. Закрываем тут его. Так, и тут. У меня эта ТП-шка есть? Есть. Так. Во. Так, давайте его полностью закрою. Если что, я вокруг обойду. Так, ты уйди. Так, расти. Ты расти, расти, мой. Так. А, придумал. Надо... это ж я думаю. Кто тут? Ладно, пускай пока это самое вылупляется, а мы гом пойдем. Возьмем стекло, шкло. Чтоб за ним немножко последит. Гарденец. О, у нас же есть вот это. Где? Так, будем честно тпшиться. Чинг. Где он там у нас проживает, товарищ? Невнятный. И будем с... Кобздец, да? Кобздейт. Кобздед, ты где?
Как сдвинут. Hello, как сдет. А что, его еще объезжать надо? Правда, как я с ним тпшиться буду, я не знаю. Так, этот раз ты Фотагет. Вот, этот раз он от меня, надеюсь, не шмоет. Так. Йод, вертаемся домой. Мне нужен чарджер, чтобы зарядить этот рафл. Есть Matter Overdrive, какой-то чарджер. Ну, тут надо отделить трюм кристалла. Он получается только... Block of Drop. Только через вот этот лазер. У меня его нет. Как пишется? Чхар. Чарджер. Чарджер. У нас тут других полно чарджеров. Так, есть Charger Station. Это надо Steel Plate. Vire. Это, в принципе, можно сделать. Coil. Copper Wire. Всякие Copper Wire. Это что, Copper Nugget? Микросхема с Iron Plate. Iron Plate у нас делается хаммером. Steel Plate, Metal Press, какие-то еще варианты. Hammer, Hammer это какой мод? Ага, дальше есть Кибервар, Чеш. Это легче делается, но вопрос, он будет ли заряжать. Винницикл, Чардж, сомневаюсь. Пу-пу-пу-пу. Чарджер, это Open Computer, сомневаюсь. Нетер Бластер. Ох, хорошая штука. Так, это что такое? Mining Charger. Advanced Mining. Это что, Lava Charger? Это вообще не то, что у нас тут получается. Кибервары. Ну, самое простое. Давайте попробуем. Что нам молодым, да не женатым, как говорится. А, это что такое? А, это Тин. Так, блок этого, и это у меня должны были быть, или не были. Были, не были, не знаю. Ну, короче, вот решетка должна быть. Блок этого. И кибервары чарджер. Винницикл, кибервары чарджер. Так, как ты выглядишь? Интерфейса нет. Да, на тебя становишься и заряжаешь. Давайте попробуем. Так, ты подсоединился, подсоединился. У меня, допустим, есть вот эта вот штука. Ты будешь заряжать только... Нет, ты его не заряжаешь. Ну, в принципе, этого следовало ждать. Не то. Так, тогда нам нужен Vinicicle Charger. Для этого надо батарейки. Для этого компрессор Tier. Ага, компрессор тира. Ну, кстати, я нашел батарейку одну, вот она, батарея заряжена, которая вот так вот и делает. Dash, а, у меня Dash нету, по-моему, Dash-то нету. Dash. Dash это... Dash Ore, это, по-моему, на другой планете. Так что отвали. Так, Super Charge Gravity Gun. Ну, тут Nether Star надо. Так, что еще я тут не досмотрел? Этот чарджер, это надо флукс кристаллы. Флукс кристалл, заряженные кристаллы, а их, по-моему, только найти можно. Enrichment Changer. Energetic Infuser. Во! Lead Gear. Так, это... Infuser. Infuser. Ой, еще есть Magic Infuser. А где он был? Energetic Infuser. Вот, этот, помню, штука все заряжает. Так, этот нужен. Серебро. И что тут? Копер. Значит, так, нам нужен копер. Копа. Это где? Что? Это
Что еще? Тин. Стекло. Редстоун. Так, это мы, наверное, надеюсь, быстро сделаем. Так, один. Зарядка. А еще лид нужен. Лид игант есть. Лид. Лид. Раз, два. Так, пожалуйста, переплавьте. Есть два. И этот лид легко превратить вот в тот, который нужен для вот этих батареек. Вот этот вот. Превращаем его в лид.